На Максима Горького Кернер шумит с самого утра. Пришло время брать пробы с нижнего выравнивающего слоя асфальта. Керны направляются на исследование в лабораторию. Через 3-4 дня будет ясно, можно ли укладывать верхний слой. Отверстие от кернения подрядчик заделывает в течение недели. В основном, если совсем уже очень плохой асфальтобетонная смесь, у нее как... представляете, жука караед, когда, то есть выкрашены есть небольшие. Здесь их нету, то есть смесь плотная, вполне качественная. Дальше уже лаборатория разберется. На улице Максима Горького всего было отобрано 40 проб нижнего слоя и 35 верхнего. Проезжая часть уже готова. Также завершены работы по установке бортового камня. Работы ведутся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас ремонтируют въезды во дворы и разбивают газоны, которые засыпят новым черноземом и засеют. За качеством работ следят общественники. Улицам, по которым пролегают туристические и гостевые маршруты, особое внимание. Были замечания по улице Максима Горького, вот как раз-таки. И была выборка сделана плохо. Общественники сообщили мне. Я связалась с куратором, с подрядчиком, мы вышли на место. В течение одного дня они сделали выборку земли, то есть они убрали камни с газона, убрали весь мусор и засыпали грунтом, то есть они сделали все по нормативу. Нарадоваться не можем. Замечательно. Нормальный темп работы, очень хороший результат. Приятно ходить по нашим улицам. Я каждое утро на велосипеде катаюсь по улице, по нашей набережной. И приятно, утром, даже когда народу мало, мне приятно все это видеть. И очень удобные съезды сделали. Но где нет удобных съездов, ну, исправили. На сегодняшний день выполнено уже 80% работ по комплексному ремонту улицы Максима Горького. Завершить должны до конца октября. Гарантия на ремонт 5 лет. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.